Во время в Крымской или Восточной войне, как ее называют и на Западе, да и у нас, принимали участие многие страны, и плюс ко всему, так или иначе, многие страны были или на грани развязывания войны с Россией. То есть война велась ведь на Дальний Восток, море Белое, Балтийского, Кавказ, Дунай, Крым. Но основные события здесь произошли. И безусловно, что некоторые считают, что по своему размаху, по театру военных действий, по количеству стран, которые участвовали в этой войне, ее можно назвать протомировой или войной, или генеральной репетицией Первой мировой войны. В настоящее время здесь сохранилось на этом некрополе, я еще раз подчеркиваю, самом большом некрополе в мире русских воинов, участников Первой обороны Севастополя, где-то 120 индивидуальных могил, 122, пожалуй, или 123, и около 500 братских могил. Здесь захоронен князь Голицын, друг непосредственно, приятель Льва Николаевича Толстого. Здесь похоронен Эдуард Иванович Татлебин, русский вабан, как его называли. Он в период Первой обороны был начальником инженеров Севастопольского гарнизона. Наконец, здесь погребен главнокомандующий русской армии, князь Горчаков Михаил Дмитриевич. Ну и, наверное, самое такое, пожалуй, известное захоронение – это генерала Хрулева у центрального входа на некрополь. Перед нами как раз курсант Роман Овчинников. Он сам родом из Владимирской области и представляет мундир Владимирского пехотного полка 16-й пехотной дивизии. Номер полка был обозначен на пуговицах, номер 31. Бескозырка имела номер роты этого полка. Этот полк отличился в первом сражении Крымской войны, в Альминском сражении, где в штыковом ударе против англичан отстоял честь нашей армии, отступающей скоропалительного сражения. Я представляю мундир капитана корпуса морской артиллерии, участвующий в сражениях во всех и на всех бастионах Первой обороны Севастополя.